канал на Первом продолжает свое вещание. Программа «Время покажет». Работаем в прямом эфире. Против нас идет война. Причем война жестокая, где противник использует самые отъявленные методы борьбы и уничтожения нас с вами, причем в прямом смысле этого слова. Но мы, Руслан, часто забываем, что есть еще, скажем так, третий наблюдатель в виде огромной части мира, который относится к нам, ну, даже с симпатией, и которому не хватает аргументов для того, чтобы поддержать нас. Кто, вот это... кто эти сторонние наблюдатели? Огромный лагерь так называемого глобального юга. Это страны Азии, Африки, Латинской Америки. Вот сейчас прошел саммит глобального юга, Индия проводила. Более 120 государств. И сейчас разворачивается двадцатка в сторону глобального юга, куда не приглашен, кстати, президент Зеленский. Сейчас меняется ситуация в мире. Я здесь поддержу коллегу. Есть БРИКС, есть Шанхайская организация, в которых нас слышат. И информацию, которую мы туда даем, она будет распространяться, это 100%. А это, извините меня, ну где-то больше половины населения. В Организации Объединенных Наций примерно 70% стран за нас. В России произведен первый боекомплект ядерных суперторпед «Посейдон». Заряд будет использоваться в атомной подводной лодке специального назначения «Белгород». Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству. Соединенные Штаты, между тем, находятся в состоянии паники. Издание «Ньюсвик» нагнетает, сообщая, что наш «Посейдон» может уничтожить Нью-Йорк. Немецкие танки на русской земле против русских воинов может стать вполне реальным в ближайшем будущем, тем более, что Украина, по сути, становится тренировочным полигоном для западного военно-промышленного комплекса. А вот хотелось бы узнать, как далеко могут зайти эти испытания? А поставляет много всего. Во-первых, это системы радиоэлектронной борьбы, это вот новейшие системы противовоздушной обороны, тоже, которые пытаются испытывать, посмотреть, как они действуют. Тот же Патриот, один комплекс, он вообще ничего не решит. И два тоже, они абсолютно не нужны для обеспечения безопасности Украины. Но для испытаний против российской армии? Для испытаний, для проверки, как они работают по крылатым ракетам из композитных материалов нашим, по беспилотникам, как они работают, и это, конечно, великолепный полигон. То есть инструкция по использованию, значит, американского оружия будут написаны украинской кровью? И украинской, и российской, и кровью самых страшных мирных граждан. До завтра. Спасибо за внимание.